Че, начать поиск. О, красавчик. Все. Сэвидж. Дикари против Альфа-Вурс. Ну, вот парни, вы помните, что мы реально убийцы. Мы пушка просто. Наша команда пушечная. Пацаны, вы понимаете то, что мы должны победить дикарей? Они же дикари. Так, Лех, шейкера? Или это слишком палево? Это палево? Давай запрещу шторма какого-нибудь ебаного. Ну, плохо, давай, шторма на. Ну, шторм, инвокер. Шторм, эмбер. Эмбер? Инвокер, мясо. Какой эмбер? Эмбер, хуйня. Ну, братки, если... Я просто мои иллюзии разносил эмбер. Они играют с кланком, кто-то хорош. Кого? Медуза? Можно Пэлло брать, Пэлло. Лансера? Или Нагу. Окей. Просто Лансера... Да, Пэлло говно. Блядь, я даже не могу поискать. Опа, Баунти Хантера убрали. Че, тогда инвизом, что ли, будут хотят брать? Забавьте сразу Клинкза. Ну, думаешь, Клинкза? Ну, его боятся, мне кажется, проще снатрики с собой носить и вот таким он образом. Мясной, Клинкс говно, может, суппорта какого-нибудь забаним? Типа какого-нибудь, которого не любит ЦК, типа Дизраптора? Или Стол, Лича? Рики? Рики противный, блин. Ну что, есть предложение? Бэйн говно. Ну, давай, Виверна, одна кнопка. Советуйтесь. Против ЦК. Давайте байте уже кого-нибудь, не надо время терять. Виверна, да, уёбка. Но они, видишь, они сейчас саппорта банят. Мне кажется, Виверна это очень тонко, очень тонко. Редко кто играет. Мы ЦК вскроем только в самом конце, они не успеют его забанить. Давай Вич-доктора, Вич-доктора. Ну давай. Ну его тоже станут. Но у него вот эта плюшка, она мотается между иллюзиями и уёбищами. Ну давай. Минус ВД, плюс хард. Охуенно. Так. Так. Огр. Ну, слушай, ну, Огр, но он не сможет в харде. Да, ну, то есть, да нет, не надо Огра. Он вообще ничего не делает. Почему? Может, какой-нибудь Леона. Или Варлока. Давай Варлок, мне очень нравится Варлок. Можно кто-нибудь? Варлок это пятерка или что? Ну пятерка. Варлок крутой. Варлок на пятерку это точно. Ну, это вот я же говорю, это блядь надо банить. Потому что они бы хану банили. Да это сало ебаное, мы его разъебем. Он, блядь, тонкий. 400 хп. Можно. Нет. Да. Селедка есть кардовик. Или опять же Акс, который знает, где Рики находится, она говорит на себя Рики. Ну нет, я предлагаю сейчас взять как бы четверку. Кого вы там предлагали на четверку? Волонара? Волонар, Санкинг. Волонар, Санкинг. Таск, если что. Волонар, Санкинг. Можно с Вардара в четверку сделать. Почему нет? Охуенная идея. А, ты играете на четверке на селедке? Гол, я на селедке побегаю. Ага. Только на селедке нужно левую где-то воровать. Или в миде, или в харде постоянно. Ну пойдет ко мне в хард, на хули, блять. Похуй. Так, запрещаем. Может быть, так, кого мы боимся? Кого мы боимся? Никого. Вайда какого-нибудь. Андаинга? Вайда, снайпера. Может мы боимся Андаинга? Да, Андаинг, не знаю. Купим Весель, он пауку пососет. Угу. Ну? Джага. Вот Джага, Войд какой-нибудь, да. Бесячил. Но он в твоей иллюзии начал бы прыгать, хуй знает. Ну, согласен, Джек, но ты попаливай там, за кого они играют. Да, пизду сейчас я смотреть, надо смотреть я прошлую. Пизду, да, они как бы, это, лохи, да? Хули да. Их смотреть. Они банят Сайленсера, там будет либо Тайдхантер, либо ОД. Думаешь? Ну сейчас третий бейк, если у Фейнер, то лучше Тайдхантер забанить. Да, Тайдуха мне здесь не нравится.
Может, лучше Рексара заводить какой-то, но... У них будут АУЕшки, у них будет, короче, гирокоптер на Кега. ЛД в миде. Гирокоптер сейчас такой пиздец может устроить. Гирокоптер жесткий, да? Можем его забанить. Так, сейчас кого будем пикать? Кого если пикаем, они его так сейчас не возьмут, они потом его тоже не возьмут. Это такое себе. УФН? УКВК. А что, парни, ваше предложение? Что-то ЗАГСа уже не особо охота играть. Не жадный, офлайнер нужен. И который соло знаю, постоит. Может, кентавр. Может быть, Баратрум? Да, ну больше как бы четверки бы надо было. Либо Селедка станет в харду. Не, давайте, кто будет играть на хардовике, предлагайте, парни. Брист? Дайте Брист играть. Да Брист нет. Типа тут от спам будет жесткий. Они меня будут забирать каждый раз, когда я буду приходить на линию. О, блядь, хуй знает. Я бы антенну ВР-очку дал бы. Она типа под медальку Селедки, фокус фаер. Минус персонаж. Ну смотрите, можно в принципе взять ЛК какую-нибудь, ВР-ку или какой-нибудь Дума, там Драгонайта. Тем более ВР-ка соло хорошо стоит. Дума. ВР-ка неплохая, ВР-ка может поливать этим постоянно пауэршотами и не давать фармить нормально. Нет. А Дум на Рики или Дизраптор кидает свой Дум, блин, Рики Doom вообще... Тоже, Дум неплохой, да, мне нравится Дум. Ну чё, как насчёт Дума, парни? Добро? Ну похуй, кого, пикайте уже. Пикайте. На время есть. Да мы, в принципе, знаем, мы знаем, на ком играть в корах. Главное, чё вам взять, чтобы вам было комфортно. У нас же команда пиздец на морали. Я за последние 40 игр, наверное, на Думе сыграл раз 20. Заебись, ебальники разъебешным просто, скрипежей снимешь, блядь. Ну, если не придут даблой, типа, вообще нихуй делать. Если не придут триплой, то пизда мне, честно. Ну, лучше придёт четвёрка, которая придёт. Либо в мид он придёт. Ну, мы сейчас, типа, пикнем сикера, запретим гирокоптера и возьмём ЦК. Вот такой вариант. Пускай, что сикер керри, блядь, пускай думает. Сикер в мид тогда ставить, если хотим. Да, сикер, то точно да. Да, да, да. Вот, если они забанят ЦК, то мы, или возьмут ЦК, то мы возьмем Свена. Как бы такой вариант будет. Ну, смотрите, им сейчас нужен прокастер какой-нибудь, маг-дамаг, потому что у них нихуя нету, у них одна физа, ну, кроме дизраптора, ну, дизраптор такое о себе. Поэтому, ну, если думаю, они возьмут инвокера, мы его развалим. А, нет, луну уже не возьмут. Они возьмут мизера какого-то, по типу нет. Лины, наверное, или Лешрака. Инвокер будет очковать Дума, блядь, нахуй ему, блядь. Но у нас уже есть Дум, да, мы уже взяли. У нас есть чем сбивать линки, у нас можно сбивать линки, у нас как бы охуенный пик. Ну мы next level play просто сделали. О, да, ну, я же говорил. О, да. Жень, ты разъебешь ОД в миду? Снайпер, отжми ему тогда. Снайпера и добавить фантомку, а нет, фантомка уже не возьмется. Снайпер будет проседать от Рики. Не, Рики выебет в очко, он подойдет и выебет, блядь. Угу. Да сикер че плохо, похуй, блядь. Ты пишешь... разъебешь его? Да, разъебешь. Так-то много героев стоит, но вот с ОД наравне. Можно было взять какой-то гирокоптера тоже. Какой-то нет, тоже может. Лучше, наверняка. У нас, ну, как бы проверенная хуйня, то есть, как бы. Можно играет, было Лину взять. Играет. Лина вообще охуенно стоит против УД. Я предлагаю забанить гирокоптера. Так у них ВК пойдет изи качаться, им остается добраться. Нет, у них остался хард. Забаньте быстро. У Фуэнера это будет либо контрнациация, Феникс, либо Тимбер, либо Тини, какая-то АУЕшка. Смотри, у нас остался последний пик. У нас остался последний пик, это будет ЦК. Кто объективно может выебать ЦК? Вот такой иллюзии с плэшем. Свен какой-нибудь? Шейкер? Пусть знает. Ну, Шейкер, кстати, в ОФН у них может пойти спокойно. Может. Легион, ну, да. Легион команда с стрелами иллюзии ЦК убирает хорошо. Давайте, у нас еще есть минута подумать. Как бы какой-то жесткий контрпик ЦК. Ну, нужно убрать. ЛЦ или Шейкер? Какой-нибудь Свен.
Кунка. Шейкер. Кунка говно. С двумя рапирами. Он не доживет до рапира. Ну что, парни, учитывая, что они пикнули ЦК, я не думаю, я что тут вряд ли ЦК будет весной. Что? У меня пока нет свободного времени. Ну, блядь. Пока склоняюсь вот так вот. Так куда им с Вентом? Где они качаться будут? Вот так тогда. Да больше игра уже. Да, у них Леорик в харду, наверное, пойдет, если они третьим пикают. Может, они аутисты, а это лесной Леорик. Ну, скорее всего, мне кажется, тоже они могут по-разному сыграть. Тимбером можно было бы забанить, ну. Если он хардовик все-таки был бы. Ну, если бы Леорик уходит в лес, то Тимбер на харде один стоит. Вот кто сейчас нас может объективно убить? Тимбер нормально против тебя стоял бы. Ну, если Леорик... силовиков у нас достаточно, может, у них Тимбер залезет. Есть шанс такой, что можно поставить сюда. Я не знаю, что Свен? Сука, Суба. Это лесной Леорик. Можно организованно ебать его, приходить там... Не, он может в условии стоять, нет? Ну, он, типа, может быть через Мидас там какой-нибудь, быстрые криты, короче, такая какая-то хуйня. Ну, Мидас — это не быстрая херня последнее время. Я не сбегу, раз, может быть. Ля, оставь один бот. Нет, у нас есть, короче, парни, у нас есть Слардар на эту хуйню, на лесного Леорика, который будет бегать и постоянно ему мешать фармить. Помните, как вот этот эпицентр смотрели, да? Ну, чё? Когда Лил играл на Слардаре за Нави. И что он делал? Бегал и... Да, Сларку фармить. И в итоге они... Просто... Не смотрели? Да. Они вылетели? Постоянно была игра. Не-не-не. Они выебали в той игре. Виртуса. Сок. Сделай так, чтобы... Потому что... Я поднялся из темнейших глубин. Ну что, давайте. Рики, скорее всего, здесь воровать будет. Ну, есть сентрик. Куда, где битва? На стрёме. А, там станов куча, они могут пойти, ну, типа. Да, кстати. Ты сычни там. Пусть крипы либо идут вот так вот, либо вот так вот, и один крип вот так вот идет. Так что лучше, наверное, сделать где-то здесь вот, чтобы они в это время там успели. Ну, я не мидер, конечно же, но пару раз ходил. Пару раз не мидер. Не, ну... Я, конечно, выигрывал мид, когда ходил на него. Но всё же. Да, наверху рыбки. Хорош, ПБ! Красава. Да, да, но... Красава. Бля, ну он руку спиздил, да? Да, он спасил. Да, меня. На самом деле существует статистика, и команда, которая делает ФП, побеждает с 52%. О, мы против турков подпались, поздравляю. О, я еще и дальника выпустил. О, бля. Сванцы, Сванцы, внизу. Дэд Миди. Рики ВК оффлейн, да? Да, Рики ВК оффлейн. Опа, блин, почему я не хасту взял? Ну, это... СВМ добил одного крипа в первой пачке. Как вам? Молодец. У нас тут, в принципе, все нормально. Дезораптор от воды забанил. СВМ ушел с линии.
Так ты качайся, стой. Но я уже крипов задумаю больше, чем он добил. Они наоборот, Свен отвлекается. Все нормально. Дизраптор какой-то уж очень дерзкий. Посмотри, сдохнет все с дизраптором. Здорово, да здорово, здорово. Своих убили на линии. Свен вообще не качается. Они мне всех крючков донают. Они меня по лесу гоняют. Что за дебилы, я не понимаю. Рики бежал куда, фиг знает. Так вот. Подожди, так он же первого уровня сейчас придет на линию. А я третьего уже. Мне надо у тебя второй спереть, чтобы на спринте носиться за этим миллионом. Да. Свен, Свен Аркейн руну взял. Внизу. Ну мы так плотненько стоим тут наверху, нормально. Смотрите в оба. На. Им не уйти. О, я уже со спринтом. Можно побегать куда-нибудь. У них вард, походу, дело 10 есть, раз меня дизраптор выследил, так что. Если что. Опа, дай самуха. Изи броня. Опять ну, Свен носится. Не подходит особо. Что со Свеном? Что-то со странно, Свеном? Он фидит по ходу дела, слышишь? Абьюзился. Свен отключился. Свен отключился. Добивай, только мне. Они даже паузу не нажимают. Возможно, Рики такие подъемные эти делают. Че, добьешь его? Да. Ты чё, стан не мог дать, что ли, на него ещё? Я не пойму. Как за него манго сожрали. Так я его догоню, я же увижу под пассивкой секера. У него 32 скорости, у меня 344. Ну, хотя... Ой, да. Жак, ты пока воспользуйся этим моментом, попизди ОДшку. Нахуй пока мне он тупой. А чё, это же батл карт надо отжимать. Да, конечно, отжимаем. Не, ну так турнир, наоборот, заняло у приорити. Ну, блядь, это же не папчик, ебать. Не Хайман Варпап, где все ждут друг друга, но похуй. Рики ушел. Блядь, стан, дай. Давай, давай. Все. О, блин, а вот и Рики. Властил? Тогда Рики пришел. Рики ушел, парни. У меня, в принципе, сейчас тапочка будет, я могу и мид бегать. Я могу получить быстро шестой, прийти и убить его, да, если бы не помогут. Да охуенно. О, Лёх, что у тебя по крипам, Лёх? Что по крипам? Да. 21 добито, 10 не отдано. 21-9, да. 21-10. Пиздец, ты проебал. Общая цена 2.67. 2.67. Ну мы здесь как бы с варлоком охуенно стоим. Ну блять, ну извините, у меня топорика нету, чтобы добивать крипов. У ОД только ну талисман. И стикер. Я отжимаю нахуй. Ты знаешь, спроси тут. Блять, я шлю, кто? А кто такой скраб? Типа, уёбок? Скраб мусор. А. Это... Интернатура. Новички. Скраб. Снял. Пусть игра.
Бля, я чувствую, финал Лиги Чемпионов откладывается. Ну да, потом в интернете можно посмотреть. Охуен, просто ганг от ПК. Стрелит от Дизраптора. Ему просто похуй крипов, он просто меня ебашит. Блядь, я крипа пропустил. Смотри на него, блядь, он пиздец какой-то борзый стал. Так он с тапкой. Вас почувствовал, или чё? Только с тапкой. Тапок, ну чё, блядь, борзый? Опа, третий пришёл. Да, он вернулся достаточно быстро. Ну, я сейчас, блядь, тяпну, как пятый. Пизда, что тебе придёт, какой-то ёб. Рики там где? Нормально там? Можем забрать его? Ай, лучше на него, ну ладно. Я что-то... Нормально, нормально, плохо все идет. Так, пойду за тапкой сгоняю. И ровный попей еще. Знаешь, Тима, так там наверняка людей воруют. Проверю. Ой, возьми курон, да? Трофей стражника. Наверху волна. На шестой минуте. Ой, на четвертой было. Иду. Иду с вами, ебать. Давай. Тихо, подожди. Здорово, пацан. Стоит, блядь, бьет меня, твоё. Ты где дизраптор? Оху я, блядь. Пацан. Я надеюсь, на топе вообще всё хорошо. Ну, относительно. Ой, ай, как я ошибся сейчас. Так, о, тут у меня же дохуя бутла, я еще почти уже барабан. Блять! Давай его, давай его! Так под пачкой крипов там еще дизраптор. Блять, он раньше. В смысле, блядь. Там пачка, они даже на вышку не согрелись. Нужно же пачку под вышку пропустить. Какая атака под вышку с вражеской пачкой? Что, блять, беги, дай ставку, сдохну. Смотрите в оба. Фласочку надо сбить. Дизраптора можно. У нас Рик. Ох, ебать, он что вытекал. Рики нет. Парни, Рики нету. А, здрасте. Где Рики может быть? Навезу. Что тут ведь надо, блядь, мне? Блядь, тут повезло, потому что мне крипа, блядь, не попали. Вообще никого на линии нету? Наверху? Ну, Брайскинг, наверное, в лес пошел, потому что у меня все печально. Да. Может быть, да. Здорово. Здорово, здорово. Где нормально крипы? Че, как дела? Когда ты начнешь убивать, Жень? Свена ПТшка откуда-то появилась. Да, наверху. Настороже. Мы можем Леорика типа убить. Давай. Но он не хочет умирать. Ну да, окей, окей. Зраптор пришел на мир. Да сука. Нет, это перебро. Ой, за. Зачем он дышит? Я же не фишку, конечно, ну ладно. Что-то какие-то у них перемещения странные. А, есть гарем, кстати. Давай Леорика поймаем, здесь он идет, да? Или нет? Ну, он так себе идет. Он идет, конечно. Как-то... Нет, все, уже не поймаем, окей.
То есть если выйдет опять на нас, то можем его убить. Ну, 4 левел, изи. Ну, нежный шрай нужен? Так, в сути, да. Но у меня рейки здесь еще. Ну, подходи, давай, быстренько, и отрегенер. Драп прилетел. Рики, скорее всего, на низу будет качаться. Так, у меня барабаны готовы. Все, я, короче, сейчас просветки Кура принесет. Да, я Рики на низу. Да, пошли. Без промедления. А просветок нет, да, у тебя? Нет. Сейчас, мне несут, несет Кура. Эй, зачем мне просветки? Он же сам на меня вылазит. Я ему просто даю пару тычек, он вздыхает. Все. Можно подловить их кого-нибудь. Я кидаю ульт на Рики, развечиваю и ебем его. Идем. Здорово, здорово. Он зовут. Бля, я хорошо, хорошо. Там в крипа въебал просто. А есть еще какие-нибудь скиллы в дизраптор кидать? Давай. ОД чей, блядь? Медовый. Там пришел, разъебал? Да. Я внизу разъебал. Нормально. Хуёво, Жень, я сдох. Мы три отдали фрага. У меня 6 есть Рики на топе, да? Я лечу, можешь драться, можешь инициировать, если есть рабчик. Я сейчас отхилюсь и тоже приду. Есть фантазмы. Рики на топ прилетал, да? Да. Он сдох и сразу пришел. Леорик без этой. Хорошо. Да, все. Рики нет? Бать, как дизраптор сейвит. Давай, Хуяно. Блядь, меня хуярит. Давай спушим вверх. Да можно. Сейчас маны покажу. У них вижен походу здесь. Если будут заходить, у меня есть фантазм, мы можем их трахнуть. А удар в спину не хотим зайти? Пойдем на центр, на мид сносить. Да-да. Даблдамаг, бегу за ним. Да пока разомну дестройера. Свена, СС. Жека, бери ты. Свена, 6, если что, есть уже. Ой, спасибо. Охуенно. Пошли мне сразу. У меня фантазмы, можем драться их выебывать. Да, первого уровня пока, ну похуй. О, где-то друг дизраптор. Рабча есть, Жень? Да. Спешу на защиту. Блядь, крипов нет. Такой забавный. Все, крипы подходят и сносим. Там, кстати, Свен идет, лоу хп-шный, Жень. Можешь его выцепишь? Бегу за ним. Я пока тут попробую. Работает. Оп, ОД. ОД пришел. Забрал? Хорош. Нормально. Все, уйдите, только не Жень, только не отдайся там, не потеряйся. Все, я ушел. Так гомы в спине здесь постоим, вы пропушите, мы задний пойдем. Может навязать им 5 на 5. Уже ползу. Так как даже нам если четверо будет? Потом. Точнее, если нас даже четверо будет, мы выиграем драку. На суверлэвл. Типа толкайте линию. Хочешь мне 1200 до ШГБ, да? Ну ладно, верю. Пошли. Рики здесь. Будет медаль ему дать. Блядь, да ладно! Спешу на защиту.
Ну, короче, опять видите, Свена. Там король вверх толкает. Че, перехватите Свена опять, нет? А чё со Свеном? Чё с ним происходит? Он соус стоит против дома. Я пошел Леорика ловить. Давай, я лечу. Да-да-да, ой, бля, останавливай. Баш. Я за четвёркой, какой баш. Может, организованно бы пошли снизить лимит или... Ладно, давай отдепаем. Сейчас. Ну, мы это один снизили нам нельзя. Ой, это снизить, точнее. Здесь можно. Ну, давай, можно на Т2, в принципе, зайти. Хотя у меня 7 секунд до фантазма. У нас пока стикер разыгрался. 100 секунд до голема. Играй 7-0. Надо руны еще пособирать, реки здесь, походу, дело. А, с этой строчкой ты нормально. Как же ты станешь, оба на себя. Трофей стражника. Сейчас очень так самонадеянно было появиться. Мне кажется. Ну да, големов нет. Жень, пизди. Хорош, крит вылетел. 40 секунд, фантазма. Свен динает бакс, любит, все правильно. Блядь, почему меня так не любит? Сейчас они стягиваться будут. Ой-ой-ой, назад. Нет. Поставим, сейвим его. Видишь, масло будет. Там модой под медалью и под раптурой. Блядь, чуть-чуть. Я понимаю то, что я виноват, конечно, сейчас. Ну да, нам героя одного не хватает, ну ладно. Начали драться это, как его. Без фантазмов, парни. Подождали бы секунд 10, заебашили бы. Да, раньше, наверное. Нет. Дрались. А, забрали вот этого, да? Угу. Давайте это, организованно драться просто. Есть готовность? Хуярим. Нет? Тормозим. Посмотрите, у меня сейчас будет ШБ, можно его реализовать будет сразу. Это охуенно, у меня есть фантазм. Я вот два раза сдох, и мне это не нравится. Можем и Леорика наверху, у него нет. Можно Леорика, да. Вот. Так вот можно разыскать Свена, потому что его на линии нет. Думаешь, он внизу? Я же дизраптора, я пошел дизраптора ебать. Шестого. А Леорик сбежал. А ты что, не берешь? У них нету вижена в лесу. Тут о, ОД. Здравствуй, дорогой. А вот и Свен. Дизраптор где-то. Нас там нету, парни. Как только. Второй. Баш. Го, вышка, так. Разберем их, разберем. Галимы есть, фиг знает, они сбежали под колен. Хорошо, парни, здорово. Этот вверх подкушу. Мы сейчас игру закончим. О, папки. Он из леса, походу, его выводил. Не, давай отойдем. Да, давай наверх, подтягивайтесь наверх. Мы сейчас в миду. Давай в миду вместе тогда. Сейчас, я лечу. Так можно засплитить тупо. Можем зайти даже туда. Дизраптор, булочка там вообще. Есть досты с энтри? Транк, о, хорошо, все, ебать, не взломайте. Блять, мясо, хорошо. Здорово. Можно ХГ заходить. Почему? Пока голем есть и фантазм. Ну или так, легкий-то пропал. Готовь танк сразу. Ага, тут тучка. Я бы хотел, но уже не могу. Смотри, здесь Рики, блять. Он вон Рики цепит. Прыгнул, я убежал. Блять, ублюдок, сука. Я сдох.
Сзади Рики, аккуратно. Центр кейс. Рики хорошо играет на них. Да он пидор. У него нихуя нет предметов. Лен с маской. Очень Рики плыв. Знаете, что у Рики диплоза уже есть? Играйте от этого. Окей. Жень, аккуратно, Жень. Очень аккуратно. Там, смотри, там банда может на тебя выйти из леса. Алло. А, блин, а там выход подпишется. Не знаю, хватит. Так, Леонид. Смотануться и на Рошан. Можно зайти на Рошана, в принципе. Первая медаль, сейчас вторая будет медаль. Можно на Рошана взять. Я пока вижу. 20-я минута ровно надо пособирать. У нас же Сладар есть, зачем медаль? Это монета, так, берите. Так, Коррозив Хейс первый еще. Там 15 стармуров, по-моему, смотри. 12-й лейл у меня через 22 опыта. И даггер будет. Вот, пожалуйста. Че, пойдем им навязывать? Не надо дать Свену, короче, это. Вон Леорик вижу. Ну, кидаться на Леорик, это такое дело. Почему? Давай заберем его и зайдем просто. А ты уверен, что у него реинкарнации нет? Мы его уже выбьем. Куда, где битва? Трофей строй. Иллюзия. Они ошибаются в перемещениях. То есть дизраппер там какой-то один бегает. Или что-то такое. Так ошибается. Иллюзию я могу взять. И мы можем зайти снести Т2. У меня есть фантазма второго уровня. Да, именно по... Давайте, пока ты толкай линию. Ставьте меня на центре, где на подходе, постоянно. Я взял Этюзи, нам нужен здесь Лордар. Вижу Свена. Можно Свена подцепить. Парни, подходите, подходите. Горит? Подходи, Лордар, тоже подходи. Он вдох, он вдох, он вдох. Рики нету, да? Не видно. Вот, Рики на мне. Ага. Сука. Есть профессор. Хейтит меня, зараза мелкая. Кстати, я его убегу. Все, смысл нахрен. Здорово. Очень, очень много иллюзий. Это охуенно, это просто охуенно. Бля, иллюзии кончаются, сука. Опа! Ты видел этого пацана, да? Надо что-то организовано, парни, мы нихуя не спасли. Че, отойдем? Давай отойдем. Давай Шрайна, Шрайна заберем. На Рошану. Ну, давай спокойно отойдем, да, снесем Шрайн, потом заберем Рошану. Да, охуенно. Мы охуенно играем. Все, мы видим их приближение сейчас. Так, чё, Жак, давай ты лучше заберёшь, да? Или мне? Давай ты. Я все равно, когда подыхаю, у меня уже не иллюзий нет, как бы я. Че, ВК цеплять? Да, так, да, 16 секунд. ВК цепляем. ВК можем цеплять. Давай, подтягивайтесь. Подтягивайтесь. У него нет, кстати, реинкарнации. Да, вроде еще не должно быть 14 клуб. На обратку эту. Я? Они его просто кинули. Кстати, здесь. А вот. Сука, дрянь. Так, крипы есть? Бля, крипов нет, сука. 15 секунд до голема.
Как вот сейчас пока крипы подойдут. Подождите, я крипов толкну и куплю себе ривер. Это раски. Свен говно у них, конечно, пиздец, вообще не зашел нихуя. Ну, король такой себе. Он бы еще больше с линии уходил, там, типа, когда у меня был шестой, у него третий был. Что это такое? Есть голема? Есть фантазмы. Отлично. Заходим? Заходим? А, не-не-не, хуйняка это, да? Надо пить пушку. О, что такое было? Ну, у меня есть хуйня. Давай его. Там король без реинкарнации, если что. Я без маны. Так все без маны, голод, отойдем на шрайн. А почему у меня воек? Давай казармы. Бойтесь фрики. О, фрики вышел из визора. Мне его почти башер, что ли? Все, идем. Блин, Джек, нет, я тебе не помощник. А, нихуя, я не помощник. Давай, уходи. О-о-о! А, да все, оставайтесь, пушьте. Никому. Там три человека. Два, ну три. Туман у нас. Не, давай идем. Да, уходим. Можно? Я пошел. Тут главное не обосраться, если не дожмем, надо дожимать. Не выйти, ёлый, сори. Просто грузит. Да. Я не помню, если честно, что у нас будет проблема. Во-первых, это может быть... проблема с сетевухи. Может быть проблема с подема. Может быть проблема... Здорово. Сука. Ну, когда он друг друга перекрывает, получается, Wi-Fi. Поэтому может еще не видеть. Ой. Ничего себе жестко. Привет, ребята. Можно было и не стелить, конечно. Вот, спасибо. Финишит с манки. У меня 35% по мне. Там Леорик. О, привет. Да пушим. Давай, смотрите в оба. The enemy's bottom barracks just took a dip. Блять, уже приняли путь поражения. Затянут. Once they're done with the ancients, we can start on Kunta. The enemy's middle tower just by the ground. The enemy
Enemy's middle tower has fallen. Ну, сейчас брать вот Д, когда... Просто... Гигем. Да, им нужно было брать вот Д. Уже не возьмем. Это... Знаете, что можно сделать? Отключить... А, в настройках... Блять, надо было перед этой игрой поставить галочку, чтобы убрать галочку. Блять, выкладывалась на ДТБ статистика игры, чтобы не посмотрели, на ком мы играли. Ну ладно, окей. Ну все. Сейчас бы на ДТБ статистики смотреть. Ну так не, почему? А, так это четко тема смотреть, на ком они играли в прошлую, ну, прошлую игру выиграли. В смысле, не да, смотри. Типа, я всегда смотрю на ДТБ. Тогда это... Не общую, типа, на ком он играет, а именно, блядь, прошлый матч. Да, типа, я сейчас захожу на ДТБ, чтобы следующую игру играть нормально. Да, дайте сейчас 2 минуты поставить и всё. Ну да. Опять у меня наушники отвалились, что ли? Медузы я не люблю. Сладко. Ну да, медузы. Сандланерта. Подожди немножко, Лёх, сейчас посмотрим на допу баффи. Я тоже смотрю. Посмотри, на ком они играли первую игру. Так, можно его? А, вот, сразу первый. 16 минут назад играл. Посмотрите просто вот в доте, на ком они играли первую игру. Да я нашел батлкап их уже прошлую игру. Угу. Короче, они играли на тролле, рубике, дизрапторе, акс и тинкер. Короче, дизраптора, да? Да дизраптор я был еще халявный. Тинкера. Там задрот какой-то вообще адский, 12-1. Тинкер, тролль. Чё? Тролль, бля, такая хуйня. Да. Пусть бер, блин. Ну, можно даже его оставить, похуй. Ну, хотя он бутбаш, мне тоже неприятно. Давай забаним, если он задрот тролля. Не, он 4-1 отыграл. Здесь больше, наверное, у них здесь работал Акс, который блинковался за ебата. Акса можно запретить будет на 12-ю, на 11-й позиции. Ну, блядь, они оставили нам наших саппортов.
Ну, ведьма боятся. Не боятся. А зря. У нас охуенные сильные суппорты. Мне понравилось, как они отыграли. Так дизраптора похер, пускай они берут. Так похуй, ну, дизраптор вообще булка бегает. Лёха. Собаки. У нас есть Свен. Мне нравится вот этот чел. Забери. Если чё, мы вообще. А тактика с селедкой в этой в четверке мне понравилась. Ну это видишь, мы по ситуации. Не, ну там по ситуации было. А здесь можем кого-нибудь другого взять. Там фортан. Можно Акса брать, у них забрать просто Акса сейчас. И, блядь, Акс подлечил Варлока, блядь, и големом. Охуенная тема, старая добрая. Там... Можно Санкин какую-нибудь взять на четверочку. То же самое. Типа мы можем сейчас взять, короче... Ага. Дизраптор сейчас будет. Просто ну, Акс да. Будет, мне кажется, не очень сейчас. Туда. Ну, дизраптор это сладкое просто... Блядь, просто добыча для меня, блядь. Для блуда. А чё мы можем... Чё, Сэнд Кинг мне нравится, чё нет. А чем плох Акс? Акс сейчас забрать, допустим. Пускай ебутся там контрят. Ну, Акс прыгает в эту хуету. 2-1 будет использовать Ливерпуля. 5 секунд remaining. А Ливерпуль выиграет, да. Очень опасно, если просто... Винга. Что-то недолго думают. Они типа будут свапать из-под големов, из-под станов. Не, да. Ну у них кто-то уже море в контроле. Своих из-под раптуры. Но они будут, у них уже есть контроль в БКБ. Давайте Акса. Я против пока. Давай. Нет, Акс не зайдет. Контроля слишком много. Да, очень много контроля. Стан все пиздец. Агр не работает. Только, пускай все Леон? Будем... Может быть, какой-нибудь Леон? Нет? Нет. Тут, не знаю, тут надо четверку. Пускай Санкинг будет. Вообще, это нам норм. А Санкинга они не поймают? Да, какая разница, саппорт? Пускай... Я бы на Баланару побегал. Да, кстати. Ну, можем Баланара. Сало, все нормально. Иван Баванах. Па-па-па-па-па-па. Рада? Джаггеровой, да? Троллянского можно еще забанить, так как они на фуше играли. Давай забаним тролля. Ну он так-то ничего не сделал. 6к дамаги. Только здание спушило 9к урона по зданию. Он, да. Вопрос на том, что они быстро пикаем. Кого он будет пикать в харду? В харду, боже мой. Спасибо, что-нибудь полегче. Причем так, чтобы, блядь, рассчитывал даже на трипл, потому что, видишь, они такие все. Да, 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 я понимаю. Там скорее всего, трипл будет. Может даже можно Санкинка в этого взять. Два ранжа саппорта. А Dragon Knight вам не нравится? Орде. Можем, смотрите, я, короче, предлагаю, можно сделать вот так вот. Вот так вот. Или вот так вот. А жизни, силу у кого будешь выкачивать? Ну еще можно вот так вот. А, я уже не могу прививать. Короче, Рексара можно еще. Можно еще Дума и можно еще Декайв. Давайте Дума, опять же. О, Дум против, блядь, Террорблейда, нахуй. Против всех, вообще, похуй. Лёх, Дум? Дум, да, опять заходит он. Так, и нам нужно что-то по АОЕ, чтобы убивать... Герокоптер. Ну, такое себе. Террорблейд просто съест его. Может быть, снайпера я возьму? Там свап. Свап жесткий. Можно ДП взять в мид.
Да, это потяжело. Жека не играет на ДП. А, бля, мне сикер устраивает, я опять выйду. Нет, сикер хорошо, мы сикера сейчас пикнем. Не, ну сикер здесь уже не зайдет, здесь контроля уже много. Почему? Просто я просто... Ну, он хорошо играет на сикере, он... Я сейчас БКП, это похуй будет вообще. Просто БКБ, не БКБ, там просто уже свап есть. И есть, ну, уже... У нас стартов, есть будет все, этот, Doom, блядь, на... Сервера. У нас есть Баланар, который будет бегать, стикер бегать. Я также буду прибегать, блядь, Мингу, блядь, с Рубиком ебать в жопу и убегать. Да, просто сейчас начнем что-то сложнее придумывать, будет уже... Будет уже сложнее исполнить. И... Да. Мы в четвертьфинал выебали там их, да, жесткие ребята, блядь, победители Интернешнала. Они не знают, кого пикать. Они открыли нам Кора, они сейчас не знают, кого брать в этого. Акс. Ну как, ты сикер? Да, я просто так, не буду... Нужен какой-то дальник, нет? Да, дальник нужен. Вайпер? Нет, на Кора дальник какой-нибудь, я не знаю, типа, можно сказать, Луны или там Клингза. Я... Давай пикнем сикера, Жень. Я бы вообще квапу взял бы, саппорта вздувает, а такса не страдает, террорбойда тоже сдувает. Ну, это исполнение. Не-не, я не играю на ней. Ну, да, да, сикера, ё, блядь, похуй. Окей, да. Ладно, всё, Жень, я доверяю тебе, блядь, ты играешь охуенно на сикере. Тащи. Хорошо. Затащишь, поставим тебе 4 репорта. А может, Морфа взять? А кого мы запретим? Так, мои, так, короче, у меня задумка такая. Либо я готов взять Свена, это раз, я на нем нормально исполняю. Потом снайпер можно, может зайти. Вот. Какой-нибудь... Морф. Не хочешь? Морф нет, не играю на морфе. Жалко. Сларк не очень мне нравится. Смотрите. У нас еще есть 2 минуты. Давай, Свен, как есть раз... Луна. Есть луна, можно, есть... Конечно, можно Райс... Урсу, конечно, взять. Можно Урсу взять. Только не, не забань сейчас Свена только. Да, надо Митера банить какого-то. Кого, ну, мы да, сейчас давайте банят? Инвокера, инвокера давайте забаним. Да? Если, ну? Пацан, он катал... Макклавин, кто он, на ком он играет еще, блядь, надо смотреть. А кто тебя реально отпиздит? Тинкера мы забанили, инвокера сейчас мы забаним. Кто еще может тебя в миду отхуячить? Задрот, блядь, ну задротку, просто что... Ну давай инвокера раз забаним. Добро? Ну, он на инвокере не играет, слушай, он играет на Пудже 406 матчей и 320 на Тинкере. Все остальное это он так играл. Забани Квапу, будет лучше. А Пудже мы не боимся? Да нет, Квапу. Мне кажется, лучше инвокер, потому что они забанили антимага. Или Квапа. Квапа, наверное. Да, ладно. Потому что Лина все-таки тонкая, поэтому... Короче, вот так, вот так. Вот так. Не, тут подберутся. Против иллюзий. Да, снайпер. Гуля. Может, Гуля? Против иллюзий террорбоида Свен более-менее. Ну, кстати, да, нормально Гуля будет, если ты пойдешь через Радик по Иридановской сборке. Гуля лазить не в кого. У нас никто не прыгает. Сикер хорош не бегает. Сикер, сикер не прыгает. Я могу блинк забрать. Какая разница? Свен веселее. Да, если хорошо на Свене? Да. Я могу на Свене. Ну, там... Свена мне будет проще, чем Гуля. Там Варкрай, Армор против минус, ну, Армор, да. Винги тоже на Свене. Нормальный вариант. Окей. Так, и они сейчас берут, знаете кого? Они сейчас возьмут какую-нибудь либо ДП в мид, либо ОД в мид. Ну, ОД уже не возьмут. Почему его да не возьму? А что у нас со станами? Бля, стан один всего. Ну, всего. Почему? Стан Свена... Словно големы. Стан мой. Думаю, да. Я могу еще крипа схавать стан. Ну да, условно думаю. Сан Кинг. Он еще на Сан Кинге играет. Рики. Да сейчас они будут брать мидера. Угу. Ну если, конечно, Винга, а не мидер. Вот они могут взять вот этого пацана. Вот этого пацана. Бля, больно будет. Ой, как? Как?
Вот этого пацана могут взять. И вот этого пацана, наверное. Сейчас, сейчас там пакич будет под DreamCoil какой-нибудь. Ну, типа у них нету маг-дамага, да, им нужен маг-дамагер. Пакич охуеет от Раптура, на самом деле. Ну, опять же, как в прошлой игре, типа, у них маг-дамаг задумлен уже, ну, типа... Маг-дамага нет. Как мы и думали. Сикера они не испугались. Лёха, они боялись твоего Чаоса безумно. А хули, он в прошлой игре, кстати, был нихуя не безумный. Он был уже готов быть безумным. Но там уже игра была закончена. А чё я не купил? Мне осталось 70 голды. Что я не купил? Клянец. Веточку. Или Фейри. Фейр. Фейр. Фейр 75. Ах, да. У него аркана в рот, не ноги. Все. У них все сеты. Ничего себе. С чем? Даже не знаю, может даже землю на первом уровне качаем. Бля, он на банше меньше 23 игр отыграл, вообще даже. Может, смурф какой, аккаунт первый. Эх, ты помнишь, как работают скиллы у банши? Я надеюсь, ты не будешь их хуярить под этим. Под сифоном. Под качкой? Сифоном. Я люблю это дело, пох. Ням-ням-ням. Не, ну сифон на первых уровнях можно перебить. Это. На бутсикере прямо вообще быстро перебивается. Чего? Хорошо. Да пофигу, не ждем. Не-не-не, мы пидорская команда, мы не ждем. Русский пап, сука, СНГ, на. СНГ дота без дота. Турки, сука, хорошо. Can't не можем. Наши и няшки. Напишите, не могут. Напишите без запятой weekend. Пойдем отожмем руну, может. Что удивительно, не понимаю. Ебать, своевременно. Мне кажется, что они не могли. Нет, я нет. Да. Это было наивно. You guys not gentlemen. Напишите, we are Russian. Не, ну на. Я крипов не поступил. Минус хат. Блять, крипов проебали. Охуенное начало полуфинал. Ну чё, блять, в прошлый раз нахуй с ФБ начали, пиздец. Акс сказал, что мы щит. Сказал, что русский? Криповался. Да, я осознался. Сознался. Лосакс один, если чё. Ну да. О, так у меня трепла, я скачу сразу землю. Оп! Оп! Пойду отвод забанить. Что такой быстрый? Я не знаю. Так. Нужен топорик. Акс временно убежал. А, ну я минус, да? Получается. Так под, подъем стан. Отпустили. Ну это же логично. Ой. У них типа комба вся на этом завязана, если что, ты будешь на третьем левеле по КД умирать, если под подъем встанешь. Подъем стан, метаморфоз. Так, Дребинов сжал. Домой. А, нет. Винга с урбов веномом. Сооружение. Где свард, я раздевал сейчас.
Саппорта на мид могли уйти сейчас. Осторожно. Не, нет. Они пешком пошли, вот здесь от Рубик. Бля, какой-то медленный Свен. Смотри, что творит. Пизди вингу, воу. Да у меня третьего нет. Был бы третий, я бы... Ваншот наверх стягивается. А, не, она за руной. Нормально. У меня хайграунд! О, а где вижен? Куда они варту воткнули? Ой, блядь. Вот там, у меня третий. Ты бы пошел отсюда? Дальше. Террор Блейди. Причем Макс так. Без типов. Пожалуйста. Там второго уровня. Стир. Ну боже мой. Блин, ночь наступит раньше, чем ТП-шка у меня откулдаунится. А, нет, ТП-шка у меня откулдаунится ну, раньше, ночью, чем ночь. Я ж могу на Хантере улететь. Блин, а то, что они мне третьего левого... Нет саппортов вообще не видно. Я Акс убрал куда-то. О, Рубик. Сам Террор Блейд на ОХП. Ну это хорошо, Жень, ты фармишь там? 20-13. Пацан ждал крипа. Я подошел, дал ему третий скилл, он не смог его забрать. Блин, а так бы был бы третьего ВВУ, сейчас бы на мид выбежал. А, сука, Рубик. Буду хейтить его. Ой, винга достал, знаете, уже крипов. Боже мой. Можно. Рубик нанизу до сих пор. Банша пошла куда-то вниз. Наверное, за руной. Она на хосте, походу, делал, да? На хосте банша. Да, да, пошла вниз, аккуратно, смотрите, она зашла, я сейчас. Вниз пошла. Да, да, я сейчас получаю пульт и сразу бегу к вам. Давай, вот ее. А, нет, все. Ну блять, вам помочь на внизу? Не-не-не, толкай, пуш. Они убежали, они убежали. Рубик на топ может вернуться. О, здесь так и делали, кстати. Офигенно. Там был сатир душитель. Еще. Еще. Ру на пятую минуту. Иду. Акса нет, парни. Акс в лес пошел. Рубик стащил нижний руна. Ой, мне маны не хотел на шоквейв. Как я забрал. Дори, пацаны. Как вам такая охуевшая, блядь? Опа. Тут рыну уже нету. Здорово. О, фаску дали. Там стаки не фармится. Опа, курочка. Хоста нанесу. Хилочки есть. Ой, вот это было глупо, да, с моей стороны. Пока не так все заебись, как было на ПК. Я что-то не слышу повизгивания. Пустой автобус с фанатками? Ну. Да бля, Север, я... Да бля! На этот сходим. Давайте мне
Кстати, вот здесь вот стаки делали когда-то. Можно забрать. Нужно пока еще минута ночи на миде попасть. Что за грибы? Так, я пошел в мид. Мид много крипов. Вот она с ХГ спустилась. Я ее буду ебать. Одна. Там... Вы как там стоите? Вы нормально? Нас немножко поотжимает. Уходи. Блин, нужно вниз прийти кингануть. Акс уже пятый. Да. Сейчас погоду. Какого-нибудь Рубика вонючего. Ну, у меня день будет, я такой себе помощник буду днем. Так, Танша не знаю где. Она сейчас тпшится, пусть куда. Банша вниз пришла, очень просто пешком. Ну, у неё же все ровно, хуй знает. Ножка вышка горит. Акс на мид пришел. Бля, у меня мана нет, есть мана у кого? Нет мана, да? Мана. Так так её лопами запиздим. Что? Значит, не особо хочет умирать. Да не, хочет. Есть чем подцепить? Да. Да. А. С душками. Хорошо, Женьки, здорово. Здорово. Там мид толкают. Жень, кинь на меня первую всю. Сейчас, отключается. Так, ладно, у меня не мало не хп, я до дома и потом куда-нибудь хп-нибудь. Надо спушить, у меня 30 секунд. А, блядь. Я просто смотрю. Первый РБ сделал шестой. Ну я такой прихожу на шестой, а он стоит тут ППшный. И думаю, сейчас даст на меня, наверное, и пойдет на меня давить. Он стоит, дальше прикол где? Винкал Хандер. Просто. Ушел, убил чувака. Че с Аксом? А, блядь, ну, шестого. И зачем-то под вышку. Только что, видимо, вышел, до этого пятый был. Можно, в принципе, предлагать на топ. У меня есть Doom, можно убить Рубейда без Сандера. Две минуты до заката. Ну, могу прилететь на топ или? Есть големы. Не знаю, где банша. Десятая минута. Ладно, я на топ лечу. Так, надо Вингу попиздить, он умрет. Динга под бандами. Гопу что ли? Гопу. У меня два тут. Рубик и банша. Ну у него ульта не скоро должна. Есть ТП, но... Короче, кричи как пушить будет. ТБ можно. Опа. Чувак с Андером уже. Ты ему ябнул, когда успел. Ну у нас упала вышка, их не кор. Нормально. Девушка спалась. Найс. Наш кор стоит и пукает пока под нашей вышкой. Есть ночь искусственная? Вряд ли, это мы сможем с ними сделать. Война? Бля, у меня нету маны. Ну вот здесь дабл стак стоит, я не знаю, кто заберет. Да, сейчас я пойду заберу его. Если у меня нет, пожалуйста. Они ушли, походу, полностью. Угу. Они литнули. Нет, вот там. Так, не, аккуратно. Живешь? Я живу. Жить в эту сторону.
Кирой, вы это шел с ними. Идем. Они байтят нас хорошо. Вот так вот убежим. А! Что, пойдем искать его? Уходи. Да, для меня плохо. Вы его не лут. Что искать или что его? Вышку снесем. У нас тут три. Вы пока там это, пользуйтесь этой хуйней. О, я нашел его. Блядь. Пять секунд до хилочки. Четыре. Просто разъебли баночно. Где-то кто-то еще-то пришелся сюда. Так, ладно, пойду я за урной до базы схожу тогда. Иллюзии нанизу. Вы можете, кстати, с этим сикером стаки подсобирать. Или уже забрали? Где? Ну, вот здесь вот стак или что? Антон говорил, дом. Отлично. Можно Свена туда переместить будет, наверх. Ой, я поздно кинул. Свена, очень хорошо. Бля, Жек, что творишь, нах? Хорош. Ах, почти. Это мы вдвоем 4 почти забрали. 11-0 играл. Наверху ТБ и Рубик. Ну ладно, ТБ нет. Забрать там типа, нормально. А он может свапаться, когда у меня БКБ врублен, наверное? Да. А если линка? В линку нет. А, тогда мне просто... Блин, лампочка. У меня же ночь сейчас кустынная будет на дворну позаряжать, может крабу это поебать. Вот этих двоих можно попробовать принять. У меня пока нету блинка. Может они видят? А, не. Не, ну, где, он здесь поход был, где вы были. Как-то они видят, потому что отошли все четко. Ладно, я пойду. Мы можем поддавим, можем их поддавить, что у нас? Нет, тут скорее всего или на ларьке, или на фонтане стоит. Да, на ларьке стоит. Ну, на топе никого нету, так что все у вас. А, они все тут спят. Все, давай отойдем. Отойдем? Нет, давай не с вас. Четверо назад, здесь. Назад. Все, назад. Все назад, рун собираем и отходим. 10 секунд, хилочка. Там четверо. Что, примем их, нет? Голем есть. Давайте у нас. Против наших ХГ. Давайте у нас. Да. У нас найтсталкер. Ну, Сикер, прийти на топ. Опять найдем этого ТБ в лесах. Я просто боюсь, что он, блядь, успеет свапнуться. Так я дум дам. Мне почти дум есть. Сейчас мы пытался. Ну тут на низу ловить уже нечего, они раздеварзили что-то. Они раздеварзили, да, у них вижен, они контролируют хуйню все. Я это наверх съебу. Правда, палим? Все, да. Венга лес дрочит. Опа, еще один шваб, ой, жесткий. О, вообще ЛПшный плюс. Салат просто. ТБ со мной нужно ловить, чтобы он Женя, на Женя, ОПС Женя, открой аккуратней, Женя. Не забираем! Открой. Блин, гайз. Чуть-чуть я как-то... Блядь. Блин, ну сейчас вообще что-то много получил. Сколько? Не убивайте террорблейда без баланара, чтобы сайленса ему на ОХП дать. Или без сикера. Так я... Блин, меня свапали. Он сразу сдал Сандер. Он вообще был в салат. Как бы он погибал. Так типа без вижена мы его в лесу ловим, он там в лесу проседает. Да, парни, у нас преимущество. У нас преимущество пока. Все заебись.
Yes. Comes the nocturne one. Ночь через три. Давайте в мид зайдем, а там рубики, аксы всякие. Можно. Он террор бегает, луна лошка какая-то. О, там рубик. Да боже мой, чё... Чё вам надо от меня всё? Поедем. Давай назад, если нет, то назад. Рубика забирать, надо там для раптуры. Женька лучший. Красавчик, просто красавчик. Пойдем, кушаем. Минус 4. Охуенно. Просто охуенный размен. Можем. О, на ТБ. Дроб, это почти вон та уже. ТБ. Алло. Нормально. Где стало? Здорово. За нами гонятся еще, ребята. Пойдем, развернемся. 12 секунд, пульта. Ночь, минута. Можем на развороте, нет? 15 секунд до голема. Можно подраться, они в меньшинстве будут. Да, надо да. Навязывать. Они без ТБ, у нас надо умеет, навязывать там, им, дорогой. Ранжевик нужен. Ну, ДБ есть, этот ульт. Она не давала. Через 50 секунд ДП, нет. Есть голем. Здесь девартили, они, скорее всего, не будут браться. Рапча на ДП. 8 секунд у Террорблейда, мы пока... Не, поздно, да, уже? Нормально, все, нормально. Все, пошли, не сад. Все было. Рэмпейдж! У них вижен был. А как он залетел? Как он залетел просто? Райт-кликом. Да, райт-кликом. Значит, это, блядь, его... Всех развалили их, а на него, блядь, силы. Это нормальная тема хейтить союзников Террорблейда. Террорблейд — герой, который вышки ломает, базу не ломает. Чё лучше сейчас слушали, Саша Яша или БКБ? Ну, на своем... если Террорблейд лучше... не уйдёт с линии... Или лучше линку какую-нибудь. Вместо БКБ. Чтобы не свапал. Террорблейд не ушел с линии. Вообще можно как линку, так Лотос собрать. Я могу Лотос, в принципе, собрать. Что-то они наверху столпились. Да, есть что на него? Раптура достаточно? Сдохни, гнись. Динайте дума! Задонатит! Хорош! Триген есть. ТБ нет, ломаем. Пойдем, их нет. Нету ТБ. У них только ТБ мощный, все. У ТБ нету еще ульты, не должно быть. Не, я уже проебался, ладно. Давайте... Пушим вышку. Ага. Да заебало тут сука. Там вверху крипы тут толкают. Чё, не всё? Чё, можно Рошан? Рошан на пол, рад здесь какой-то. Что, идём Рошан? Там было запарки, но похуй. А куда поставил курам не лети? А, нет. Ну, да, возле ближе к базе.
Че, ломаем ебальник крушаем? Давай, давай, пошли. Четырнадцать секунд, голем. Так, заходит, аккуратно, смотри. Голема нет. Давайте уйдем, 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 здесь он заходит, они чекают. Это иллюзия. Настоящий? Иллюзия, иллюзия, иллюзия. Ну и что, ну как бы они знают. Рабчи есть? Да. Ой, Акс фейлил, лагер. Акс фейлил, можно, можно контрить. Можно контратачить. Сбиваю дагер Акса. Нужен сайленс на турбоиды, не забываем. Блять, сука, это ебаная же иллюзия. Я сдох от нее. Или можете пропушить мид, пускай выкупаются. Да. Ну типа да, развести, развести на байбеке, это неплохо. Не, не сможем. Не все появились уже. Все, отойдем, отойдем, отойдем. ДПшка, да. Там голем погрозит, минус фортифай. Ну, на фортификейшн развиваем. Давай, давайте, может быть, опять у Рошана соберемся. Сейчас мы возродимся как раз через 10 секунд и заберем его. А Сандер он ведь провязал, да? Да. Да, да. Сандер он провязал. Да. На меня провязал. Блядь, на линка, мастхэв. У нас ни одной это, башни не снесено. Охуенно. Ну сейчас будет на топе. Блять, ТБ, ТБ жесткий, ТБ жесткий. Я отдефаю топ. Есть что кинуть в него? Здесь есть. Опять сюда. Нет, ладно. Паня, раздеварки. Жень, забирай ты. Забирайся только парни, быстро. Парни, вижен нужен. Нужен вижен. Вот хорошо, хорошо, хорошо. Забирайте быстрее. Драй. ТБ пришел. Уйдем? Уйдем? Да, мама нет. Давай уйдем, давай уйдем. Мама нет, ничего нет, уходим. Я тоже дохлый. А что, его не забрали, что ли? Забрал. А, забрали? Забрал, фу. Я что-то смогу не чекать в рашпит, пошли, думаю, что за... Ну, они, наверное, думали, что мы не забрали. Но ну, разделились, на как-то мы хуй знает. Променяли двух героев на... Да, самые... почти драться, зачем? Не надо было драться. У них только Акс мог запрыгнуть, на самом деле, туда, но... Ну там типа было куча иллюзий, я не смог определить, сворачивать его. Ну он форму провязал, сейчас мы можем типа подраться. Через 17 секунд голема. У меня нет рапкуры, нет рапкуры. Давайте ждем 17 секунд, да. Я как раз такой отстрелил. 10 секунд голема, да. Айзит? Чё? Можем драться. Есть голема. Можем драться, пошли. Блять, сука! Гомит ломать. Ты когда дум кидаешь, ты контролируй дум. Сразу же другой скилл. Потом, блять, меня кидает дум, сука. Да я не могу кинуть, мне сразу стан дают. Я даю дум, мне сразу стан прилетает. Нужен БКБ. А БКБ пока не... Нормально, один, кубик никак не сделает, второй террор. Бля, забрать бы сейчас террора. Он без метаморфоза. У меня есть блинк. Опять толпой встали. Мы ошибку сделали. У меня есть байбек. Но они не смогут,
У нас у всех боевые кейсы. Погоди. Что мой, блядь? Ну, у меня сейчас будет алебарда. Против? Хирург Блейда. Так, это где-то 25-я была, плюс 8-11, 33. Но можно сносить шрайны, кстати. 36. 36-я минута, Рошан. Самое надо... максимальное время. Надо пойти, этот... А, ебать, они... Ёба, сейчас, если они ошибки, подзовут этот хреновый. У нас есть защита, у нас есть защита. И мы можем, в принципе, без дума их попробовать выебать тут. Тут Террорблейда нет. Нет? Давай. Нет, еще Якса нет. А вот тут террор будет свингой. Под салом ТБ. Надо ТБ дожимать. Он под салом. Сейчас сало спадет, будет слаб. Боже мой, да что такое-то? Что он отдыхает? Пошел гать, нет? Подхил на СВ накинь. Есть? Так, пушь. Пердос. Низ мид. Давай мид. Мид, а потом с этими крипами низ несите или вверх. У них нет байбеков, они уже проигрывают нам по голде знатно. Там ТБ и Винга выкупались, но Винга дешевая, она быстро возрождается. ТБ точно поебал, не будет. Так. Он въебал. Че ты украл меня? А, шоквейв. Шоквейв. Хорошо. Банша задевка, там она будет кидываться. Опа. Ой-ой, давай назад, помогите ему. Помогите, драка. Надо просто уйти, надо отступить. Ой, големы. Приёва драка, да, блядь, чуваки. Ладно, давай прошу. Опять Акс. Хватит толпой уже стоять. Пожалей. А, ДП выкупилась, похуй. Назад. У нас бэкдор тут, Илья, отходим. Идите шрайны, соседи, парни, шрайны. Вот это хорошо, если мы. Давайте разделимся побыстрее. Бейс это хуйня. Рубик это туман сапог. Надо развивать преимущество сикера. Сикера нужно это. Да, ну, Джек, может радик тебе, нет? Мне кажется, радик тебе был нужнее бы. Ну, 30-я минута. Уже поздно, да. Нужен был радик против этого ТБ. Попадал. Я Мьёльнир взял? Бери лучше это, знаешь, чё? Я могу собрать Керас или Линку. Кого? Лифайр, соберите кто-нибудь. Против? Все, бэби, его манты. Так ну Лифайр шмотки отключает. У нас есть два сала. Он два раза сдох от сайленсов. Типа, пока он БКБ не соберет, всю хуйня. Угу. Что там происходит? Ну, может, лотос такой собрать? Вот Лотус нормальная тема, он будет два раза слапаться и типа... Опять же, как удалять, кого его повесить? Да, на Свена? На кого? Он же будет со Свеном все время стараться слапаться. Ну, я могу еще собрать этот, Блудхорн, парни. Как бы будет полная контра. Но я просто думаю, лучше бы CO и соберу-ка лучше Кирасу. Сейчас. Как сейчас? Да, может быть. Что говоришь, Кирасу мне или что? Кирасу соберу сейчас. Я. Что, БКБ? Я баттерфляй, наверное. Я не вижу здесь смысла БКБ. Мне. Нет, я имею в виду мне. Что, давайте решим. Где-то ловим их? Или что? Или ждем это, Рошан? Да, надо развивать преимущество. Рошан 34-й, 35-й, 30... Блядь. Минус 3 минуты. 33-36 Рошан будет.
Потому что и... этот спидер фармится. И бейбэк сразу копите. И фармит себе БКБ. Ой, этот, как его? МКБ, ой, БКБ фармит. Чё это такое? Он еще иллюзиями наш лес подфармливает, выспевает. Пидорасы. Бля, как бы он нас не рассыпал в эту иллюзию. Надо поджимать их, мне кажется. Забирать рошу и поджимать. Бля, за 4 минуты он ебать на фарм поджимает. Они же на нашу половину не ходили еще или хотели. Опа. Рубчо, Рош, ну, он под Рошана сюда обсервер поставил. Darkly now. Какой счет там? Они зачем-то Рошана чекают. Ну, тоже хотят, наверное. Говоришь. 33-36. Вот сейчас может появляться уже. Пошел трехминутный таймер. Как там Ливерпуль играет? Тровбойт Эншит подкачает свой. Так, террор там лазит. Иллюзию послал прыжом. Нам бы не задать. Че, забираем Рош? Да нет его. Нет, нет. Сука, да и пал. Ходите, качайтесь, я подежурю Рошана, у меня есть ночь, если что, я улечу из Рошпита. Он или иллюзии оставить вот эти. Одну иллюзию на Рошане. Бля, я побежал вниз дефать, парни. Ну да, надо. Оставляйте сюда на выкуп все бомбасы. ТБ Тараску делает. ТБ, короче, в 100 стейн собирается. Нужны криты, да, будут? Может, дизоль? Не-не, криты. Дизоль уже все, не актуально. Бля, сложно. Если он нас раскатывает из дума. Вот здесь Акс был, нет? Нет, не знаю. Там на ХГ вижу. Вот здесь вот. Монета. Ну, вон он Эншин тут качает во вражеском лесу. Пойдем под смоками во вражеский лес. Давай Рошу забираем и под смоками во вражеский лес. Можно от минуса на Рошан зайти. Ты просто говоришь, Рошу забираем, это, блядь, возможно, будет последний наш заход вообще. Роша. Как бы тяжко было. Голем есть, да? Голем есть. Голем есть, дом есть. Давайте это в смоках от минуса сыграем, да, это лезет. Вон, это, сломали. У него сатаник, у него еще сатаник, ебать он лютый. Встаньте по центру сюда. Вот здесь он Варкрай украл. Встаньте сюда. Варкрай. На ХГ. Пошли сейчас там в этом, да? Здесь вард, ага. Здесь вард. Гоу сзади будем. Да, бойся. У них по-любому кто-то сейчас будет лес подкачивать. Не все они на миде стоят. Ну да, там то Акс, то ТБ, то еще какая-то фигня. О! Жду ТБ. Жду ТБ. Не падай! Бля, у него сатаник, сука, гандон. Ва, всего. Хватит, он нас размотал, блядь. Он сатаник. Ва, у нас еще все линии. А на кого дум-то бросили в итоге? Ни на кого. Меня засалили. А, зло, и алебарда не сделали, да?
Я просто влетаю, и на меня сразу сало весили. Я вообще офигел. Свап был, да? Бля, они все идут. Только сейчас не отдавайтесь их, не отдавайтесь. Я могу выкупить. Байбек есть тоже, да, но... Давай. Есть байбек. Блядь. Да, да. Настоящий уходит. Да. Ой-ой-ой, Жек. Настоящего поймал. Давай, давай, вот есть сам. Пока. Назад, назад, назад. Помогите, помогите, я... ТП-шка, сука, тянет меня. Бля, он ёбнутый, пиздец. Я не знаю, как ее убивать. Воу, а че он с сихером не свапнулся? Там центр ниже обрезлен, но он не работает. Ебать, что-то я не понял, что он, бля, сам... Я отпушу эту пачку, толкайте мид дальше. Он ёбнутый, террорблейд пиздец ёбнутый. У него выпуск, а, нет, это есть. Навряд ли. Навряд ли он у него есть. Где есть, наверное? Есть? Не есть ли? Есть. Вот. Отходите, пойдем на Роша. Слушай, слушай. Что, Рошу заберем или что? Да. Короче, нужен Дейдалус. Ты настоящий друг. Ну, Жек, сейчас, наверное, мне уже интереснее. Да, бери. Это иллюзия. Бля! Ой, хорошо! Да, все, у него ХП. Здорово, парни. Кто вам ХП? Алибарда помогла. Впервые в жизни алибарда помогла. Охуенно, охуенно. Я с ДД, давайте сразу в фронт. Я ЕК не поебал. Нету маны на танк. Т4 это вон надо. Мана есть на танк? Так еще может сразу в фронт и все. Давай, да, в фронт. Я по ДД, я по ЕГой. 7 секунд и ТП нет, они ТП ни хрен не... Опа, Акс. Кучно, не, Акс. Кучно не стоит себе только. Уйдите, 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 Акс, смотрите. Ломайте, ломайте, ломайте. Акс может выбить. Может. Кучно не стоит. Но это наш единственный шанс, парни, у нас Аега. 45 секунд. Еще, еще, банш. Есть Рубик из нашу. Бля, лёг. Рубик, ебаш. А чё? Там Рубика ФК стоял. Я испугался драться вчетвером. Не, ну ульт ДП вообще, конечно, решал здесь всё.
Бля, осталось выиграть один замес. У нас все есть, чтобы его выиграть. Нет, у нас байбеки, копите снова. Там 3 минуты. Таймеры, да, 3 минуты. Байбеки. Так, этого Рошана мы на 36-й забирали, да? Нет, на 38-й. На 2 минуты позже. Бля, там чуть-чуть осталось трон до... А, не, нихуя там. Сейчас больше время. Это получается 38 плюс 8, 46, 46 плюс 3, 49, 46, 49, нет, позже. Я вот думаю, что лучше собрать, Линку или Дейдалус, как считаете? Ну, если где-то стоять сзади и ждать, пока турбоид разложится, а потом лететь чисто в турбоид, то лучше Дейдалус. Но я просто не хочу собирать Линку, потому что я надеюсь на вас, на Дум и на Сала. Лучше Дейдалус, Ровка. Ну, нет, попадка. Не застань, лагерь. Там у Винги 300 урона с ничего, что? Ну и да, вроде есть лотос. Блять, бордов, ребят, нет. Ну, как бы, похуй. Сейчас я пока ночь расставлю искусственно. Соберу тоже сатаник. Пичкуется. Так, лотос на Свена, да, кидайте, если что? Да? Да. Здесь. Свой счет? 8-12-40. У них саппорта вообще на нашей поле, Univision не ставят. Ну так куда они на нашей? ДД на низу. Ну у меня есть ББ. Время нужно ждать. Не у всех еще. У меня нет ББ, потому что я уже... Помянуть. Да, минуту до байбека и... Качаемся, ждем Рошана опять. На байбек. Второго Рошана они нам вообще легко отдали. С учетом того, то, что мы в лесу фиданули там. А ну, помните, вот третий Рошан? Он должен быть на 47-й, 50-й получается. Можно в смоках зайти опять в лес, нет? Хуёво идти. Ну, в прошлый раз хуёво получилось. Под Вардом, по-моему, зашли. Нет, они да. Знали, что там просто там был рядом Дерплейт, и он как раз им помнит хорошо. 45-й румки надо, чтобы забрать хотя бы. О, Рубика можно отпиздить. Такой. Да, можно, можно, можно. Можно. Файт. Аккуратно, только не нафидить, главное. Вовремя назад. Там террорбой, давайте все, отойдем. Там все, да, там ТБ, там ТБ. У них Акс лес все время фармит, получается. Да, у них Акс в лесу. А сыр, сыр, ебать, никто не забрал. Вот так и играем, ебать. А следующий, кстати, будет с рефрешером. Это Варлок надо. Да, это Варлок надо. Варлоку, наверное, дадим рефрешер. Ему нужнее. И можно сразу заходить в трон с рефрешером. Этот Рошан, парни, решающий. Если возьмем, да. Невидимость. I stalk my next meal. Я могу купить сатаник. Когда он появится уже, а? Парни, давайте только не это. Если одна смерть, то все, нам пиздец. Давай дождемся эти 15 секунд Рошанчика и все.
300 голды назад. У меня выкуп есть, все, нормально. Байбака нет, но... Выдержитесь. Идите, по мишу гарем положите. Бля, да где он заебал? Где этот ебаный, сука, каменный хуй? Опаздывает. Главное фокус ТП, главное сумма ТП них... и все сделать. У них винга в Киеве начала собираться. О. Саша, Яша, Момчик. Когда ей наскучило покупать варды, да? Вот смотри, они разделились. Акс только с Кримсоном. Надо чисто физический урон поглощать со свеновский. Роха, сука. Заебал. Дробойт у них не на травах летает? Да, дробойт на травах есть еще. Да? Да. Наверху, да. Лех, возьми. Даю жду. Нам нужно, чтобы, когда Кёрбет завязал всех свои копии, нужно просто, чтобы Варлок дал на него... Голем. Бабушку. Рубик вот здесь вард поставил, если что, в лесу аккуратнее в нашем. Мне кажется, на 49-й он должен быть базарю, пацаны. Сколько руны держится? 2 минуты? Да. Да. Ну как раз она будет здесь лежать. Можно бутылку в ларьке купить и в карман положить. Сейчас. Иллюзии еще. Нет, лоу! Ошибка! Ой, бля, нихуя! Саму продлить надо! Найс, хорошо. Дальше. Здорово. Террорбой выкупился. Ой. О, убили. Бля, ты выкупился назад. Настоящий? Назад. Да он смахнулся уже. Я не ухожу. Вот настоящий. А вы мышцы? Под сайленсом, гоу пиздить его. Спасибо. Мы не дал санта. Блять, Пить. Да ебать, я трон ломался. Гоу, трон. Хо-хо-хо. Это ошибка от ТБ, что он настоящий зашел на рошпит. Да. На ДД повелся, сука. Фу! ГГ! ГГ, изи, ёпта. Легчайшая, ебать. Ну это было, блядь, вверх на самом деле, вот, блядь. Это было ладно, я с ТЛК пошел. Просто одной ногой на баланаре играл. Да, одним пальцем на думе. Фу, перекур 2 минуты надо, по-любому. Да, перекур. А поссать в ужасе просто. Это пиздец! О, Реал забил, ебать. Какой? 1-0? 1-0. Охуеть. Какая минута? 50-я. Сразу забил. Бензема. Хорош. А чё, Салах ушёл, травмировался? Салах. Будем. Салах.
Ай, бля, ну это была... Это такой единственная игра. Пиздец. Это просто пиздец. Такая ошибка, прям пиздец. Это прям пиздец. Я, в принципе, готов. Подожди, не было. Все два человека. Не было ни игры там. Я тут в этом не было ничего, там показали же видео. Нет, у него была вне игры. Он как раз стоял на линии там. Вот там нормально на линии стоял. Гол зачитали. Это просто пиздец. Ну чё, Жень, что, запускай. Жень, дал, да блин, ты не готово стоит там. Чё, так он, как я получил, что вратарь нахуй в ногу. Чел курить ушел, сейчас придёт. Ой, крикнул. Смотри, сразу на ком они играли. Да, блядь, прям вообще жесткий. Сейчас, смотрите сейчас. Сразу же, все парни, смотрите, на ком они играли. Сейчас твою же. Не пикай, Лёх, похуй. Я не буду сейчас ничего пикать, я буду пикать то, что вы скажете. Лучше подождать. Мары. Сыкал в бане, чё, сразу. Ну что, парни, мы в одном шаге от победы. Там, грибнивый, welcome to the international. Смотрите, кого запрещать? Так, кем они выигрывали? Нет. А почему? Не хочу. Дайте им прошлая игра. Там есть эти... Чай. Так вот, прошлая игра у них был Спектра. Спектра, Леон, Бристлбэк. Сначала саппортов. Есть саппорты, которые жестко Oracle. Отыграли там? Сейчас посмотрю, сейчас я посмотрю. Ну, Oracle 8325 о чем-то говорит? Нет. И Зевс еще там был. Да, это, это Спектра Зевс, короче. Это тупая страта. Да, Спектра Зевс, нахуй. Зевса точно. Да, Зевса они уже не возьмут, потому что Спектры нет. Без Спектры, да, такое. Типа так, там смотрю. Зевс ультует, Спектра улетает. Не бань Зевса. Спектра Зевс, Оракл, Брист. Вот у них такой одинаковый пик. Лучше Бриста забанить. Да. Давайте Оракла. Лучше Бриста забанить. Они сейчас саппортов будут. Не, почему? Давайте и Зевса. Оракла и Бриста. Нет, давайте Зевс, он урон наносит. Бля, Зевс, это будем страдать. Если он соберет Нимбус, это будет ад. Я предлагаю сейчас забанить Оракла и Зевса. Да, ну или так. Есть то, что они возьмут Бриста на первый пик. Или Бриста, стоп. Бля, она... Бриста. Кто нам хуёвый будет, Брист или Зевс? Брист хуёвый будет, он нас тормозить будет. Мы же любим побегать. Чё, Варлок? Возьмём Варлока. Так. Они забанили Варлока. Давай. Можно? Давайте... Вот, вся страта сломалась. Нет. На ком вы еще играете, пацаны? Кто еще дрочки переворачивает? У нас есть свой. Саппортов сначала. Саппорт. Бери, короче, Барыча мне, пока я на Барыча побегаю. Баратрума? Да. Не, давай сначала Сапа когда-нибудь. Так вот, на четвертую Баратрума. Четвертая позиция. Да. Окей, все. Я не знаю. Какой-нибудь дизраптор, ЦМ-ка, что там еще, сигнатура. Я не знаю, может, Личак кого-нибудь, нет? Лич всегда заходит. Илья, как по поводу Веника? Веника? Это жестко будет. ВД? От тебя требуется может, только в мастфайте нажать только ульт. Можно ВД, кстати, да. Но он ВД бьюзно скучно. Или ВД. Давай, Илья, выбирай веник или ВД. Доктор, я на венике, ну как. Подскажи просто, на ком ты хорошо играешь, чтобы не придумывать. Бери ВД. Если это ЦМ, то ЦМ. Если это дизраптор, то дизраптор. Да я на всем плохо играю, доктор нормально. Если нужен доктор, я подстаю в порядке. А почему здесь нужно доктора? Не знаю. Да давай, ВИЧ-доктор. Не, станов дохуя будет, заебись. Всегда ВИЧ-доктор. Да.
The enemy is short-handed. Time for a pick. It's the enemy. Гной ебаный, блядь. Кого будем запрещать? А чё мы... А, так. Я не знаю, Коракоуть, такого же лайтового. Будет какая-нибудь залупа бегать под нимбус, типа Сларка будет скаутить, искать. И, типа, прыгать под нимбус, Сларк какой-нибудь будет бегать в аватаре или хуйня какая-нибудь. Да, типа, Сларка, Джаггера бань. Или даже Клингза, наверное, надо добанить. Думаешь? Я не знаю. Ну, Джаггер, наверное, лучше смотрится, потому что Джаггера прям вообще ненавижу. Джаггера тяжело убивать, да. Там Вардик этот сраный. Джаггернаут. Может, Шторма какого? А, нет, мидер у них уже есть. Ну, я вот как помню, на Интернешнале Миракл на 100 хп нажал Омнислэш, и его не убили. Ну, это Миракл, знаешь ли. А у нас тут только помойка. Я как бы больше не люблю Джаггера. Они нам открыли своего мидера. Может, это Сафард? Да не, у них была Рака у Леона. Он играет 1-1 на нем. Кого еще забаним? Бань Джаггернаута, там этот костер этот сраный хилит его, хуй в драке найдешь еще. Ну, да. Ну чё, какие предложения по харде? Думчик? Он работает? В бане? Сука. Вот гады. Я не знаю, можно легионку какую-нибудь. Блять, легионка, чё-то я в неё слабо верю, потому что очень сильно она зависит от дуэлей. А тут ее хитры всякие. Ее сноуболит на легион. ДК? ДК, в принципе, у него сопротивление магии. Че у него? Он жирный, пушит. Жирный, он на броне. Жирный пушит. Отлично, друг, как. Че, нормально? Харда исполнит? Ну, давай, просто я не вижу второго саппорта, я не знаю, как его будет в харде. Так вот, брат Рум и ведь доктор саппорта. Нет, я имею в виду, у них второго саппорта не вижу. Да. Слушай, ну смотри, может быть Баланар... А, нет, Баланар уже нет, да? У них, кстати, вместо... Ладно, пить ДК, пофиг. Вместо Оракула Дазл, может быть, и можно Ракса взять против Дазла. Они же типа хилиться хотят вторым саппортом. Акс или ДК? ДК. Давай, ДК? Да, любой. Давай, слово за тобой. Акс, ДК. ДК. Here comes the enemy's pick. Да, у нас 28 секунд на самые важные пики. Сука. Там, блин, бутикер забанили. У них две... БС вторым полетел. Короче, респект баны его качественные. Да и мы им, собственно, всю старту сломали. Видите, спектры и столбака. Че такое? 5 seconds remaining. Блин. Блин, это карма. А, дизраптор. Дизраптор. Жень, кого тебе брать? Либо вайпер, либо сайленсер. А сайленсером ты как? Уверена? Но сало будет охуенно. Ну, бля, видишь, против дизраптора будет трудно. Ну, трудно, ты его кидаешь первым. Ну, смотри, давай я не буду придумывать. Давай, кого ты возьмешь. У нас мало времени. Ну, как вы думаете, сайленсер заходит? Заходит, тут играешь. Давай сайленсер. Там кто первый стики соберет, либо сайленсер, либо зевс. Потому что один будет молниями кидаться, другой курсой. Кого он заколачивать собрался? Короче, парни, мне кажется, какого-нибудь дальника надо взять. Кого запрещаем? Так, у нас последний пик. Ему осталось керри. У нас последний пик. Если я буду брать какого-нибудь дальника, это, возможно, будет... А как вам, снайпер или вайпер? Ну, если мы хотим быстро отыграть, то вайпер неплохо будет, как раз ДК, доктор. Кого запретить? Кабанчик. Давай, Акс не грудился, ты еще кидаешь ему, блядь, область. Кого запретить? Скажите, сейчас мы запретим человека, Банду, и все. Вивера? Кого? Или Рики. ВК? Нет, керри у них остался. Керри. Там остался керри. Маш Лансер? 13 секунд. ПЛ. Маш Лансер. ПЛ.
Да пусть будет ПВЛ. Потому что, блядь, Лансер, он если... Да, все, окей, окей, ПВЛ. Все, охуенно. Согласен. Жак, охуенная мысль. Бля, если бы они сейчас взяли, было бы тяжело, пиздец. У нас, по сути, его только ДК контрит. Сплэшом. Пламенем? Свен. Свен, типа. Ну и Свен. Нет, сплэшом. Ульте. Бля, у нас отрубился. Оффлейнер наш. Самый болтливый. Короче, я не знаю, как насчет Свена. Но можно они сейчас, может, они сейчас оставили твой бан Свена на сладкое? И думают такие, Свен или что? Ну, блядь, Свен опять же не отыграл в прошлой игре. В прошлой игре отыграл Сикер. И они это понимают, поэтому они его не банят. Бля, ну разница, сука. Вечер разрыва шаблонов. А как вам вот такая вот хуйня? А, вот, кстати, в этой игре Гули есть в кого влезать, это в брат Рома. Есть инцест-бомба. Инцест-бомба, да. Угу. Инцест. Вот это неплохо. Бля, у нас есть 30 секунд быстро законтрить. Гуля жрет Акса спокойно. Дизраптор, там Дизраптор, Зевс, Леон, булочки вообще для Гули. Ну да, только. Чё там, ёпта, МКБ собрать и всё. Артра? Да. Думаете, Гуля? Ну да, на Гуле. На Гуле МКБ. Луна. Что у нас одного нет? Сука. С обраточкой что-нибудь такое, чтобы она охуела, блядь. Все смогли вчера фишки от НС, Гули с обраткой не умирает. Да, да. Взять Хускара? Да не, Гуля мне нравится. Как вам Гуля? Бери. Бери, инцест, бомбы, все. Бери, нормально. Все. Так, где наш товарищ-то там? Ёбаный насос. Ого. Позвони же к нему в этом скайпе. Ювелир, я твой тут. Фантомка, блядь. Я себе фантомка. Бля, почему на финал-то, а? Они сейчас ждать не будут стопудово. Надо их забалтывать, надо, короче, паузу нажать и зубы им заговаривать. Во, кто появился или что это? Я с телефона зашел, я не знал, у меня Wi-Fi просто вырубило. Скоро там будет? Сейчас пофикшу, если пофикси, то... Забалтываем их, забалтываем. Hello. Делаю все возможное. Good evening. ГВХФ, а там... Сказать, ебать, пацаны активные. Бля, давай, Антоха, как в Антон, да, Солопаевска, заходи, заебал. I like to KS all the time. Never helped them. Killstreak? А. Чего? Тьфу. Это... Контр... Бля, почему Wi-Fi отрубается в момент гранд-финала своего... Killsteel?
Почти получилось. Блядь. Быть готовы, что у нас не будет такого преимущества. А, ну чё, товарищ Антон? Я чё сделаю? Если такая не получилась, сори. Пиздец. А Wi-Fi был соседский? Что? Wi-Fi был соседский, что ли? Ты раздай с телефона. Муж общажный. Я все уже пофиксил. Сейчас захожу. А все, открываешь? Красава. Подождем. Да, блядь. Что за беременец? Я ее хочу. Блядь, вспомнил свой навык все, английского выводил. Языка. Как жалко. Ладно. Будем ждать 3-2. Джек правильно написал? Да. Пауза стоит или что? Да. Да. Почему мне так долго грузит? Завершение загрузки так долго идет. О! Сыграли, не знаю. Уже 5 минут. Охуенно. Это ж, блядь, реальная попытка выиграть. Ха-ха. Плеспит. Зевс сказал, типа, юзайте кабель, хватит воровать Wi-Fi. Семеры одинаковые. Носите нашего дизраптора. Походу, он там дизраптор слабенький. Зевс. Вот качество стоит. Да не, Зевс там жесткий, 11-1, он там играл. Так он говорит, что он насилил. А это хуйня, блядь, он мало ли что делает. Тысячи пинг, в смысле? Чё, привет! Там что-то качаться или что? Там трое. У меня 1000 пинг. А чё, ты через телефон сидишь? Да нет. Wi-Fi после перезагрузки такой. Смотри. Ну... Всё, ещё и идёт прямая. Что-то они заходить сверху не стали. Давай я тебе включу на телефоне трансляцию, а ты выключишь там у себя. Привет! Какой счет? Да, если Ливер забьет, будет интересно, пиздец. Вот дизраптор Сакса. Ну да. И у него 3 клерити. Все нормально. Мать ТВ! Фантом Калеон. Да. Бля, нихуя он. Ведь привет, ребята, неплохо. Все дороги ведут в бой. Сейчас. А чё с Зевсом не так? Я его ебу. Это вся жадность его. А чё с ним не так? Да, он увидел, что я в ЛХП, что я вообще на соплях был, и он побежал за мной. Это бред же, ну. Да, это жадность. О, с этим я уже согласен играть, спасибо. Смотри. Я уже на топорике, я не чувствую. Мне кашель прорвало. Да что ты? Your middle tower is under attack. Меня не остановить. They're trying to break the middle tower. У них здесь вижен. Дизраптора не видно. Дизраптора парни нет. А, вот он, скотина клерить. Я скачиваю фильмы по 1,38 гигабайта. Давай с этого начнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блядь, станга да. Я ничего не помогу. Леон пошел на отводы, но не отлетел. Конечно, есть вот такое.
Меня забанил от воды. Но он еще не знает, про что они забанили, да? Да. Да, я не знаю. Ты, мразь, он байтит на клиарисе. Что за человек вообще? Юфарт, чертов. Разумеется. Даже не пытаются, с этой пачки третьего его получить, я бы съездил в них. Мучусь. Было бы неплохо не покататься. Да, боже. Лучше вообще можно? Сделаю. Леона не видно. Все миры одинаковы. Или он каждую вторую минуту ходит чекать руну? Баунти. Можно. Можно, кстати, да. Стильно, модно, молодежно. Ну зачем? Вот это станы эпичные. Ой, все, пошел Кадзио молотить. Не сейчас. Разумеется. Бам. Бам. А, кстати, я же на спик не видел. О, хрена у нас сталинцер делает стики. Надо стики взять. Да бля! Против фантомки. Вот стоило мне отучиться, и у нас сталинцер в пике. За что? Нормально, контролизация. Тебе не нравится сталинцер? Мне очень не нравится сталинцер. Блин, я убегаю, у меня нет ни хрена, то есть никакой не маны. Я понял. Как у него хватает дэмэджа? Стики купить не забудь. Парни, нам тут наверху плохо. Плохо? Да, я покрутил, где? Очень некомфортно. А, боевая корова. Какого хрена, я не успею долететь. А, я так. Мимоход. Руны почекаю пока. Еду. О, это. Наверху орки. Как руны, колдунство. Зевс колдунство. Какая там руна? Аркен. Я не маны, не я. Не, нормально. Я иду. Нормально. Как скажешь. Да. Ну сейчас я фист раскачаю и буду его аркейновой бутылкой. Там эти руны неплохо. Наш руны воруются, да. Зевса не... А, Зевс не место. Зевс подставлю. О, дизраптор, кстати, булочка тут. Или покажешь мне? Дизраптора? Да, он где-то здесь в кустах. Вард у вас был. Да. Он убежал. Что, разбили? Нет. Да. 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 Это сложно слишком. Что-то Зевс под вышкой, Селенсер у нас тоже под вышкой. Да, мне да. Смотри. Вот сошел бы он немножко с лоу-граунда на середине речки. У него есть ульт. У Зевса есть ульт, ребят. Гроза всех миров. Все, тут все пролетает. Зачем он так сделал? А что это было? Это байбэк, это рейдж байбэк от Зевса. Нет, он дал ультимейт после байбэка. Спейс кризис. Спасибо. Дизраптор сверху ушел, ушел медиарумер. Да, он улетел куда-то. Леончика нет, кстати. Не видно. Дизраптор на меди? Ну, он вместо Зевса. Старший. Премиум спала еще раз. Зевс все в меду. Здорово, здорово, здорово. Старший. Ты на кого бежишь? Я Леон ищу вообще. А, Леон отводы начал делать, кстати. У нас нет дизраптора, чуваки. Он на миде. Но он да. Следует. Кто на миде-то еще где-то? Они даже не пытаются задонать.
Так, я не знаю, где. Опа. Блин, а куда уехать-то? Уехать некуда. Тут иллюзии нанизу. Все, забирай, забирай. Такой бутылки нет? Откуда? А, отсюда. Иллюзия. Все миры одинаковы. Блять, крипа надо срочно убить. Вперед. Дизраптор наверх вернулся. У дизраптора есть ТП-шка? Чё ты нес? Дизраптор наверху, да. А ТП-шка у него есть? Здорово. Смотри. Чё, пацаны, начинаете кушать тавр или нет? Умрёт он, да, под этим? Да, умер. У дизраптора ТП-шки нет, могу на мид выехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зевс опять под аркейн руной, вот он пёртый, сука. Ну, дизраптор клерити жрёт, там... Там вообще ребята. Ты бежишь? Нет, простите. Бля, не душите. Аккура. Отпусти, тварь. Найс. Крит. Крит еще писал, но боже мой. Пошли это, под, знаешь, шрайн нужен кому? Делать будет. Да, надо паузу сделать, если я их чую. Мне нужны фейзы, бля, я с одним сапогом на 8-й минуте. У меня что-то башики отключились. Я в ярости. Так, вообще никого на карте. Нет, КБ здесь must-have просто. А кого да? И пайп нужно. Дизраптор опять у дизаварна. Так, Зевса нет. Он сдох где-то, а вот он. Блин, ну я до дома тогда? Саппортов вообще не видно, может на мид сейчас кто-нибудь выйдет. Они ливнули. Вон Леон под вышкой. Леон на отводах стоит. Я в этом мире. Может Зюс расстроился, я хуй знает. Зюс поливает. Так, Питер поливает? Как скажешь. Сбил. Ко мне опять вернулись мои друзья. Вот Тома совсем уже Митрил Хаммер. Сори, пацаны, я не знаю, как так это получилось. Блин. Фигово у тебя волк хп. Ой, это что? За что? Я хуйню взял. Блин, а баши не прет вообще. Я не уходил. Дизрактор опять приехал. Там уже опять ровно крадут. Да. Нет, дизраптор не крадет, он акс может своровать. Внизу ли он может своровать? Ну и хуак состащил. Мразь. Ну они за рунами следят вообще. Вперед. Да, но внизу ли он сберет. Блядь, он мне это пошел на базу, прикинь. Чё тебе надо-то? Мне... Леон в инвизибл. Че, дерёте? Будь забрали бы. Да с этих стиков нету. К нам пришел Зевс. Да, да. Ты тоже. Есть ульта, сейчас буду выезжать, вот эти. В одну надо будет заряжать. Зевс пришел к нам, парни. Чё, приеду? Хорошо, я это пока попушу. Давай. Три кто ими поливает ветками ебаными. Оп. Гроза всех. Зюса. Катрика. Иду вверх. Просто на пешочку. Покажите Зюса там. Там Зюс, аккуратно. Вот он, видите? Ну ебать, иду к вам. Зря они под тавр идут. Ждите, пожалуйста, не душите. Ой, зря. Сейчас проездной баш будет. Суки, пацаны. Ха, хорошо. Да ну, боже. Чё, внизу?
Жар недавно. Я полный мид. Между мирами. Так, сколько интеллекта спиздил уже? 8. Да. Хорош. Разумеется. Там на фантомке почти дизоль уже. Смотри. 58. Она фармится минут или нет? Да, о, и фармится, и убивает. В этом мире. А, да? Блядь, здесь дизрапта Зевса. Хуёво. Где помощь? Меду они. Да, он качает, играет через эту, через ебаную горячую. Пара прилетит, что надо потом. У них вижен где-то на низу здесь стоит. Видит, как я выезжаю. Короче, мне нужно МКБ, да, пацаны? Или Радик, как считаете? Дима, здесь МКБ, наверное, Радик. Хорошо, конечно, но... Может, это и другое? Минус вышка хотя бы. Не надо будет бегать. На низ. Нету Зевса. На мизе. Ой, блядь, дурачок. Зачем? Что-то Акс и Дизраптор мид переезжают. Да, ТП-шка есть, палка есть. Они лечатся, они лечатся. Они все вверху на шране. Смотрите аккуратно, и Зевс там тоже. Не получится нам, что... Не получится так, что нам фантомка пиздов надает? Может случиться. Алибарна! Да ну хватит меня уже так делать. Да наверху хуйня. А тут вообще найс. А, вот так вот. Хаба разберет. Интересно, Зевс меня тормознет сейчас, нет? Не успел! Этого я доковыряю. Жек, ты самый главный интеллект спиздил у него. О, глимпсик, баш, урна, хорош. Работает. Сейчас спушим вышку, успеем вышку спушим, блядь. Бля, на Зевса не успел въехать. Ебать, я тут отводы мучу. Да, как раз не попушу. Акс. Ну, смотри, должен быть по таймингам дизоль. Так что осторожно. Там Акс идет. Семеро и одинаково. Нет, блин, у него плита нет. Клипа убей, просто убей клипа. Да, у нее дизоль. Она ТП что, наверх? С дизолем. Я бегу. Все, идем. Как же дизраптор сейвит? Да, это, вниз что надо? Внизу лимончик, кстати, сложный лимончик. Или нет, или здесь надо подраться. Ой, хорошо, хорошие касочки. Ну это конечно. О, мне сдача приходит за стаки. Я еще случайно стакнул. Я убежал. Да, вышка упала. Все отлично. Короче, я могу вражескую половину повардить. Можем побегать с гулей, если он особо в лесу не хочет качаться. Да это была охуенная драка, парни. Я был среди миров. А ты умер, да? Смотри. Чё, есть какой-нибудь план? Ну, поважно. Да, у меня есть ШБ,
у Гули есть инфест, когда-нибудь появится. Повардить вражеский лес вот на предмет фантома каких-то. Лес повардить, сейчас надо покурить, посмотрим. Че, куда мне лететь? Наверх? Между мирами. Да, они девардят за всем. Воу, а че они не раздевардили? Они меня просветили, типа. Они здесь просветили, потому что они увидели. Верно. Они просветили вот тут вот. Там не видно. Ой-ой, хуйня какая-то, аккуратно. Стамбиона. Это ульт? Да, там Зевс ульт въебал. Да, ульт. Но он же говорил, что обожает стиль. А внизу, может, подеремся? Там есть я наверху. Я как... Я наверху, подберу КБ. Погодите 16 секунд. Блять, уже никак. Нет. У меня нет ТП, парни. Ну зачем драться без меня? Я показать. Мортретку забрали. Ну главное, что мортретку забрали, блять. Найс. Это было охуенно. Пошли кушать. Кушаем. 18 интеллекта. Отлично. Акс идет сюда. Обратно. Я могу его зацепить. Дизраптор смог заюзал зачем? Здорово. Там вард, снимите. Окей, сейчас. Топорик есть? Да. Так, 5 брони, 400. Давай отойдем, Может, мы можем подъехать, есть инцест? Есть инцест бомба, да. Подъезжайте, мы здесь пока потянем. Давай на Зевса. Зевса еду. Ой, здесь Зевс, не-не-не, Зевс уже есть. Ну там Леончик еще с краю. Мы его сейчас разъебем, Зевс. Да, снимаем. Я бегу, конечно. Легко. Я там Акс на какой-то летит. Он там. Да ладно, вы серьезно? Касочки! Какие касочки? Раптора, Леоночка. Блять, как я выжил? Домой, сука! Бля, я не понимаю, здесь? Как я выжил, я хуй его знаю. Ультракил, Лё. А, я там, короче, в самый такой момент, когда меня кидали топором, провязал этот... Я дал стан, когда Леон давал тебе стан, так что... А. Не благодари. А не, я был в этом, кстати. Я был в рейдже, по-моему. Или нет? На похуй, ты. Все, у меня МКБ, пацаны. Можно сейчас, чтобы доминацию не проебать, типа Рошана ковырнуть? Ну вы давайте, я сейчас крипов затолкну в меду, и вы это... А вы там снесите вышку хотя бы, там Зевс. Покажите да. Кого-нибудь. Там Зевс. Я могу собрать Гуля-Брата. Бля, Барыч подождал бы меня, сейчас бы летели с, бля, с бомбой. А шли Рошана, чё, спускайте? Рошана. Пойдём Рошана, да. Чё? Ну да. Хороший смотах. Они вместе ходить начали. Они типа... Окей. Суд это за уху. Да ёбаный в рот. Они еще не идут, они еще... Не они правда, отпущены. Так... Есть палка. Бля, мне еще бьет Рошан. Так а этот фист на Рошана. А, они видят, все, давайте быстрее, Лёх, забирайте. Они отдают Рошан. Го, хилится и что-нибудь придумаем. Да. Отойдем. На шрайн мы. Бля, забанил? Нет, не забанил. Лёх, иди или... Да я отхилюсь, нормально. Амана. Чё, инцест? Уже... Не? Как-то... Но...
Давай сначала увидим их. Можем вон фантом канонизуем, КБ же есть. Давай. Оп. Ася, а, нихера ее не видно. Ну не, на дизраптора, может? Давай на дизраптора. Давай, все парни, все на дизраптора. Там, скорее всего, они все. Ой, фантомка, давай фантомку первую. Давай. Выходи на ходу. А чё эту октавин-руну-то не забрали? А чё руну... Садимся в это... Забери руну колдунства. Руна колдунства. Могу дизолятор собрать. Ну как раз Акса, чтобы грызть неплохо, да. Эффективно. Давайте спушим вниз, они сами придут к нам. Да? Подожди, да. Я играю 8-0. Дан бэд. У меня вопрос. КБ или Алибарда? Да, Алибарда, наверное. Алибарда на фантомку. Да, может, одно другое не мешает. Нет, я сыграю фантомку. То и другое, то что, да. Что первым собрать? О, что это было, блядь? 8 секунд. Я дизаптора могу из драки выключать. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Ебать, дизраптор сейвил. Ёпта, шо вы творите, бля? Бля, пердак горит. У нас нету урн там каких-то еще чего-нибудь. Че, давай... Не, давай мид отойдем. Пройдет. Давай мид пройдем. Вот мид. Это. Давай. Блин, нас с маной напряги. Ман, какой маловато. Я поеду топ отпушу. У нас есть ДК в форме пока. Танкуй. Плавненько наверх. А, нет, там и грибов нет. Да, давай вот так, через барыча наверх. Кто остался? Там чё, сало подцепили или чё? Не-не-не, я ушёл. Да, руку подтащить. Да, 25-я минута. Вон. Я тогда алебарду собираю всё-таки, да? Алебарда вообще да. Топ. Соберите пайп, может, наверное. Так, вообще. Настроено. Бля, если на корове, я буду долго собирать вообще. Ну я тем более, я себе еле-еле нахожу. Пока на там этот акс там может. Ну я начал пайп собирать. Позвольте. Верно, это мне. Что мы тебе деремся? У нас вороте до фиг нам мал нет. Нет, пара. Между мирами. Да нет, там все гуля всех переедает. Да. Резоль готов. Пока Егис как раз край на вышке. Ази, спушим. Когда Дубара. Егис забирали? Он сейчас не пропадет, а Егис не слышал. А, подождал бы меня, чел. Оп. Готов ебашиться. Я в паре. Илья, дай вардик. Пивко заказал. Давай, танкуй, Илья, дай вардик. ДК танкует, а мы разбегаемся. Кого? Фантомку. Фантомочку. Опять подай. Вот он даже не прыгал. Бля, ребят, пиздец, подакс. Опять все подаксы встали. Так загрузи его. Там рейшка, да. Тут на развороте может сейчас лучше этим. Я уйду. Ой, он не блинка, ни хуя. Он ТП-шится, Лёха на шайн. Лёха, он к себе на шайн ТП-шится. Что за майн геймс? Sorry, бейба, no cardio. Чувствуешь, да, вроде? Просто раскрыли его, блядь. Замысел. Final Hype New International, welcome. Просто Дев ебанет меня с ультой.
А, да, будет эпик. Все дороги ведут в бой. Ну ладно, у меня почти БКБ готово. Ух, блядь, короче, собираю Саши Яшу, мать его. Меня не остановить. А лучше алебарду скорить? Мне алебарду? Да хоть кому алебарду. Да не, на гулю нулик. Неплохо смотрится. Всем алебарду. Слишком хороший чувак. Пойдемте развивать преимущество, что ли, нет? Пойдем, Battle. Или я вижу, потыкаем. Пойдем. Давайте штану, да. Ну куда-нибудь здесь сюда тыкать. Они здесь, кстати, всех крипов забрали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Только не под шрайном, только не под шрайном. Да, нафиг. 3 секунды. Оу, щит, надо заходить, чтобы их нет. Пойдем по нему. 48 интеллекта. Ну, как раз сейчас с тобой вардик пригодится. Разумеется. Так, есть. Да, или я бы. Давай. Оп. Ну, сейчас. Давай на фантом, похуй. Ищи, ищи фантом. Давай, пошел. Бля, ну тут надо вышку забирать, потому что я вард криво поставил, его вышка спалит. Поздравляем вас с победой. 20 тысяч поинтов! О май гардабл! Пока нет. Давай, 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 танкуем, танкуем. Надо дождаться, когда Акс... Воу! И сейчас Акс прыгает сюда. Да, да, да. Слава, что? Слава. Выбыл. Не, ну дизраптор у них неплохо это. Шлепы. Воу-воу-воу. Полегче. Уходим, бля. Не, все, ехали. Че, поешь? Ой, гуля. Рейдж. А, проебал в пике. Уходи, уходи, уходи. Стикин висит по 10, а стикин мало будет. В следующий раз будет на ХГ полегче заходить с пайпой. Да похуй, сейчас шайзер снесем, он выебем. Блин, я сраную пайпу почти собрал. Так собери Кримсон и эту. Ты можешь из хидрески... Что творит? Позднюю меку собрать. Я у них низ распушился, они пойдут сейчас низ дефать. Нам забить. Не, ну судьбе они точно не заедут. Вон у них там Макс низ пошел отпушивать. На Рошана они могут пойти. Ну, у нас очень сало уже сильно отожжено на это охуенно. Да, они походу на Рошана пошли. Нет. Или он наверху? Может не, может кто-то один там забирает. Давай наверх. А кто один у них забирает? Давай наверх. Я наверх. Давай, давай, давай. Бомба. Инфест-бомба на Акса. Пиздец, я толстячок. Вот это четкий дагер был сейчас. Он махуй, он просто махуй, я думаю. Чисто на сейф. Ага, ага, браточка. Шопу, браточку, блядь. Горошана заберем и там это, айпа будет. А может... Кого? А. Как раз монеток на пайпу не хватает. Хаста есть.
Рошан есть вообще? Есть, должен быть. Фантомка возродилась, это плохо. Пойдем, да, на Рошана, на Рошу своем. А Машрайн и Роша? Ну сгоняйте, кому надо Машрайн на хосте. Это был я. Ну быстрее. Да куда ты меня толкаешь, блядь, быстрее? Ты впрямь. Давай, да, пусть Dragon Knight танкует. Так он Шрайн забирает, там осталось. Джек, дай на него нахуй. Не, сбей ему линку. Он опять меня бьет, сука. Каменный пидор. Убираем. Сыр возьми. Те. Надо кому сыр. Так вот, пускай Гуль захавает, и мы не пойдем к Гейнсу. Сразу на Барыч бери. Пусть Бара возьмет. Где сыр? Рун. У меня сыр. Че, мы идем драться? Или Шайн? Ща, пайпап, и... Пошли Шайн, может, верхний? А, блядь, верхний. Нижний. Короче, я сижу в баре, свет заряжен. Вижу вражеский флот. Вражеский флот сдох. Коль Ничка заказал. Подвёз в открытом море. Гуля. Вижу вражескую, да. Ой, винишко заказал, в баре сидишь. Это какой бар, блядь, свет, блядь. Тут интернешнл. Хайбнюю. Что с отменить все бары? Так, парни, нужна это, как его? Поддержка. Дата трак. Давайте я зайду на хайграунд себе. Маратрон пошел! Что? Я в говне! Да вы, блядь, пидорасы нахуй. Готов. Давай, ближе к ним, ДК, ближе к ним. Куда у вас сердце тонуло? Сейчас точно не видел. О! Умеем мы под Акса стоять, умеем! Он задолбал меня со своими ЮУми. У кого ЮУы? У Дизраптора. Пизда Дизраптора. А, мне не прибивают. Ага, что такое, не понравилось? Ай! Загага! Пока нет. Бегаем! Джек, паузу нажмите, Джек. Pain silencer. Чё? Ты чем? Паузу, я, блядь, не в сети нихуя. Там... Блядь, вот на третьем дивизионе я ни разу не побеждал. На четвертом победил сразу с первого раза. Че, все? Третий дивизион по мойку. Выиграли какой-то. Да ну нахуй, это. Ну, это. Вы видели, как когда Зевс пищал, что бань Сайленсера? Ха. С победой. 9 мая, все дела. 20 тысяч поинтов. 20к? Да. Да. Фуцкие. Это счастье.